Я благодарен за то, что это организовано, это есть. И мы радуемся тому, что есть. И то, что у нас Дмитрий Хворостовский, мы гордимся. Гордимся, как никто. Мне очень понравилось. Я случайно попала, подруга предложила. И я в восторге. Это, конечно, прекрасно. Вообще, у меня еще билет на 28-е. «Петя и Волк» – это большой концертный зал, тоже из репертуара, вот, из серии фестиваля, посвященного Хворостовскому. Необыкновенные голоса, культура, исполнение, техника вокальная. Вообще, очень естественность, простота в общении. На таком шедевре надо побывать.